Продукция черновского овощевода позволит заместить импортные овощи. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза. Со слов руководителя объединения «Черновский овощевод» Владимира Лоскутникова, в 2021 году предприятие вырастило и реализовало 2500 тонн овощей на 65 миллионов рублей. В планах этого года увеличить объем продукции до 3500 тонн. Производственные мощности овощевода составляют 70 теплиц в Чите и 35 в селе Маковеево. Отметим, что сегодня в магазинах Читы цена на огурцы, выращенные в Черновском овощеводе, превышает 600 рублей. В отделе реализации предприятия сообщили, что отпускная цена на продукцию составляет 400 рублей.